Далее вот такой интересный вопрос. Как вы считаете, Булатовы считают, закислят организм, Неумывакин защелачит, вегетарианцы сырое есть, кто прав, у всех все работает. У всех все работает до определенной, будем говорить, до определенного времени. Вот это вот все, что там закислят, защелачивают и есть сырое, это все не те знания, которые нам необходимы. Как, впрочем, и подсчет калорий, сколько там калорий там. В организме существуют своего рода показатели, которые с помощью органов чувств сигнализируют нам, что какие-то изменения происходят в организме, и их надо удовлетворить. Значит, ни закисление, ни подкисление у нас не могут работать, как это думается, потому что у нас существуют константы определенного состояния крови и внутренних жидкостей. То есть там среда определенная, та, которая нужна для максимального проявления жизненных процессов. Как только она смещается либо в кислую сторону, либо в сторону ощелачивания, это уже для организма становится смертельно опасным. И организм имеет ряд систем, которые автоматически, без участия нашего сознания, следят за этим. Наша задача не думать о закислении, о щелачивании, не есть там сырое и так далее, что-то там такое, а просто-напросто нормально себя вести. Вот как мы питаемся, проживая на данной территории и используя продукты, которые растут у нас примерно в радиусе 500 километров, некоторые считают 250, другие говорят 500 километров от нас. То есть вот это те продукты, естественно, и животного происхождения, которые нам нужны. Почему? Да потому что мы забываем о том, что мы свое тело строим из продуктов питания. Они выросли здесь, они тут живут, пасутся, и не стали частицей этого региона. И мы должны свое тело построить так, чтобы мы были единой частицей с этим регионом проживания. И вот тогда у нас работает все правильно. Плюс у нас меняются вот эти вот все сезоны года. У нас происходит и сезонная смена питания. Это также важно понимать. То есть построить с пищи, мы с вами строим тело, которое приспособлено для данной местности проживания. Это самое главное в пище. И далее с помощью этого же питания, по мере того, что одни продукты уходят, другие появляются, мы с вами приспосабливаемся и к сезонным изменениям. То есть питание летом одно, осенью другое, зимой третье, весной четвертое. Все это необходимо для того, чтобы мы плавно приспосабливались к смене сезонов года. Все остальное, сырое, вареное, там, щелочное и кислое, это все уводящее знание, уводящее нас в сторону и в лучшем случае действующие в конкретной какой-то ситуации. Только лишь в конкретной, не более того. То есть это лишняя загрузка тем, что вообще, если мы правильно себя ведем, вот так вот питаясь этими продуктами по сезонам года, нам вообще не понадобится. И это работает, вот это работает на все 100%. Поэтому я считаю все вот это лишним, на которое вообще-то не стоит обращать внимания.
что я лично и делаю. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!